Итак, для приготовления льда для умывания мне потребуется вот такая форма. Я использую силиконовую, она мне очень нравится, она очень мягкая, из нее очень удобно вынимать льдинки. И, в принципе, они по размеру очень хорошие, хватает на умывание, мне прям вот комфортно. Так, и аптечная ромашка. Поскольку сейчас лето, активное солнце, я использую только ромашку. Но также зимой можно делать, добавлять туда лимон, что-то еще. Также иногда смешиваю ромашку с лепестками розы, с алоэ. То есть тут уже на ваше усмотрение. Но ромашка — это такая база всех баз. И, конечно, кипяточек. У меня закипает чайник. Я никогда не довожу до полного кипения. Это нет никакой необходимости, поэтому мы его выключаем. И вот в такую мисочку я положила 2 пакетика, фильтр пакетика, и наливаю кипяточек. В принципе, вот такого количества мне хватит на мою форму. Все, что останется, можно выпить как чаек. И закрываю вот такой силиконовой крышечкой, чтобы это все хорошенечко настоялось и остыло. Прошло около 2 часов. У нас уже тут все хорошенечко заварилось. Такой, значит, достаточно сильный концентрированный раствор получился. Мне это нравится. Сейчас мы будем переливать в наши ячейки и замораживать. И каждое утро пользоваться этим ледиком. Переливаю я обычным половничком. Ничего сверхъестественного, очень удобно. Ну, вот так вот это все выглядит. Вот столько осталось. Отправляется в холодильничек.